И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же с модом Ark Eternal, все там же на сервере Eternal 15x PvE плюс mods. Пока вы говоришь, господи, уже язык раз пять заплетется. А еще ты щеку себе с левой стороны перекусил, точнее левую щеку изнутри. Язык еще сильнее заплетается. И постоянно пытаюсь прикусить эту щеку. Ну, то есть, непроизвольно, но пытаюсь. Из-за чего я запустил опять ночью. Блин, мне нравится. Вот эта вот идея с артефактом я просто обожаю. Вы просто посмотрите, как это здорово. Надо будет еще один артефакт притащить и поставить его. Ну, пока нет у меня других артефактов, поэтому поставил уже такой. Ну, почему бы, как говорится, и нет. Приземлилась. Отлично. Так, ну, давай. Так, на место. Ненавижу, когда ко мне приземляются на базу. Я убить готов таких ублюдков. Грубо, но правда. В общем, что, да как, да где. Судя из названия, вы уже поняли, что будет, но давайте немножечко посмотрим, как я к этому дошел. Во-первых, боссы, постоянно убивать боссов, это, знаете, начнет скучно становиться. И я так подумал, почему бы не чередовать? Как говорится, сегодня делаем эволюцию, а завтра делаем убийство боссов. Вполне неплохая идея мне пришла в голову, а все из-за того, что я так посмотрел... Ну, слишком уж много киблов что-то у меня стало. И я даже не знаю, вообще мне нужно столько. У меня сейчас получается сколько? Раз, два, шесть, да? 672 кибла, альфа-кибла. И я так задумался, блин, а нужно ли мне столько вообще киблов или нет? Надо как-то с этим решать. И из-за этого я решил, что пора. Пора уже начать эволюцию. А для этого нужно будет создать Evolution Compi Matrix. Вот, а для этого мне нужна всего лишь соточка. Ну, вот так вот. Нужна будет всего лишь соточка. Соточка же мне нужна, да? Да. Дай на блат. Побегаем ночью. Так, во-первых, да, я что-то хотел немножечко рассказать, ну да ладно, я просто хочу пока ночь вот эту всю эволюцию запустить. Посмотрите, как она будет красиво-некрасиво ночью. Кстати, да, вот альфа-раптор у меня пригнали на базу. Оставил чисто из-за того, что альфа-раптора я давно хотел притомить, но мне было все лень постоянно. Вот, почему хотел притомить? Потому что у меня есть седло босявое для рапторов, поэтому я решил, ну, сразу же седло заменил. 327 брони, это, по-моему, кайф. Вот, если у вас будет раптор мужского пола, хорошего левла, я тоже приму, так сказать, удар. Данный раптор пригнал Дримас. Кстати, как вариант, это он был на Виверне, не смотрел, не знаю, у меня до сих пор трубы нету, я лошара. Вот, и поэтому, как бы, если у вас будет раптор мужского пола, хорошего левла, вот, завтра после выхода серии я примерно зайду. Вот, и, ну и... Если найдете мужика Prime Rex'а, тоже хорошего левела, тоже буду не против. Ну, просто ну, усиление узма и все дела. Так, погнали. Что же, про вот это все бесцветие, это я сейчас расскажу, если кому будет интересно. Но, а сейчас погнали, я просто хочу посмотреть, как это будет выглядеть со стороны. Ну, далеко я хотел взлететь сначала, думал, ну, смысл взлетать, и так вполне нормально будет выглядеть все это дело. Сейчас начнется эволюция, а точнее, появление, сие чудо. Ну, алло. Фу, ёб твою ж налево. Черт побери. А я жду, ну как привык же, да, вот этих вызываешь, да, они сразу же того. А тут надо вызвать? Ну окей, давай вызывать.
Да ладно, ну это же скучно, черт побери. А где вот этот купол красивый? Ладно. Компик. Компик у нас первый левел сразу. Кстати, он больше размером, чем обычный компик. Вот, и надо было вызывать тогда уже в доме, что ли. Ну ладно, не буду вызывать его в доме. Нафиг надо. Точнее, загонять его в дом. И так нормально. Так, давайте я сейчас включу яркость, чтобы вам было лучше видно. Так, ну-ка. Сейчас вот так вот сделаю. Не, вот так лучше. Короче, если у меня будет желание, я потом просто сделаю это себе компика, короче, арт-компика оставлю себе. Что же у него внутри? Просто там полная жопа. Нужно нагонять ему года. Года ему догоняются... Ну-ка, сейчас праймача найдем. Раньше нагонялось года прайм мясом. Давайте смотреть. Я завис чутка. Прайм мясо. Ну, давайте 2000 сразу закинем. Нафига оно мне нужно, если нужно будет набью. Отлично. Пускай не набивает немножко года, а я дождусь уже утра. Ладно, ждать надоело. Кстати, да, сразу же... О, чё у него так с рука дёргается-то прям? Бедняга. Судороги. Сразу же хотел сказать, это я на видео такой добрый, хороший. Если чё, я вообще в целом человек раздражительный. И меня много чего раздражает, поэтому... я могу послать прямым текстом и без лишних заморочек. Так что заранее извиняюсь, если что не так, ну... По факту я очень-очень-очень раздражительный человек, который может послать без лишних заморочек. Ладно, в общем, для эволюции здесь всего нужен один день. Один день и все. То есть один год, точнее. Альфа Киблы 10 штук и Этернал Киблы 10 штук. Вот. После того, как я увидел эту гадость 10 на 10, я понял, что у меня будет вся проблема вот с этим говном. Это говно приходится выбивать в больших количествах. 10 на 10, сразу же без лишних заморочек бежим. Заодно проверим, года сбросится, не сбросится. Сейчас сразу же все проверим. Лут, не лут, залази давай. Это я забираю, короче. Но оставляю тебе пятюрю. И давайте... Давайте... Слышь! Хорош жрать, скотина! Он альфа-кибла жрал. Сволочь. А я думаю, какого фига я не могу делать эволюцию? Он альфа-кибла жрал. Нифига себе беспредельщик долбанный. Ладно, они не портятся. Возьму с собой пачуху. Нифига себе, беспредельщик. Так. Да ты хорош, я тебе скажу. Сволочь. Этернал киблы вообще-то они много стоят. По голове бить нельзя, буду бить по пузу. Оборзеть можно, а так. Вот тварину. Не, главное, такой сидит себе спокойно, хавает без лишних заморочек. Нифига себе! Вот наглое создание! Я тебе капку кинул! Ты ее ешь! Так, ладно. Это закинул. Вот это закинул. Сразу же жмем эволюцию. Вот это забираю тебя. Ну тебе в баню. Обнаглевшая морда. В общем... Подождем немножечко. Что я хочу проверить? Хочу я проверить... А, ну, во-первых, давай... Статы типа вкачаю. Посмотрим. Останутся статы, не останутся. То есть, есть смысл качать тебя или нет. Как вариант, оно все сбросится. Посмотрим инвентарь. Сбросится, не сбросится. То есть, обнулится, не обнулится. Должен обнулиться, по идее. Что-то как темень сраная началась. Вот это то, что нужно. Давай, пошла жара.
Свет, камера, мотор. От, ну-ка, смотрим, что у нас снаружи. Да. Здорово. Вот это уже понимаю, эволюция так эволюция. Пошла жара. Сейчас должен появиться раптор. Ну-ка, раптор, появись. Отлично. Стоять. 600 лу. 600 левел. Ты прикалываешься, там был первый левел. Сразу 600 левел. Здорово. Здорово. Что нужно? Matrix Core уже нужно. Eternal Cable. Dyna DNK. Dyna H. Ага, отлично. И 10 лет. Соответственно, инвентарь весь сбросился. Вся стата сбросилась. Понятно. По понятным причинам. Скидываем, пускай набирает года. А я немножечко расскажу про пистолеты. Просто у меня спросили, типа, ты вручную делал все вот эти стены бесцветные? Понятно, человек знает то, что как это все делать и так далее. Ну, а вдруг кто-то из вас не знает, что дают пистолеты из S Plus мода? Ну, стандартный мой набор все прекрасно знают. Демоган. Это Demolition Gun. Demolish. То есть есть два режима. Demolish и пикап. Сразу же у вас автоматически будет на пикап, то есть поднять. То есть вы стреляете и поднимается. Ну, бруду-то мне нафига. Флудить мне тут не нужно, динозаврами. Что ж вы на то. Вот. Он сразу же автоматически поднимает предмет. Ну, вы это прекрасно знаете. Другой пистолет, без которого я не представляю порой что-либо, это для перемещения ресурсов. То есть предметы из S Plus, где? Вот нам. Они автоматически в себе имеют данную функцию. То есть я могу сюда перемещать предметы, какие мне нужны, и так далее. Но обычные предметы, они такой функции не имеют. Благодаря этому пистолету я любому предмету добавляю такую функцию. Допустим, камень. И вот у меня камень. Ой, кстати, там до сих пор ресурсы не переместил. Ну ладно, фиг с ними. Но не этими двумя пистолетами едины, так сказать. Lightning. Это установка света. То есть настройка света и ничего более. Пока что у меня освещения нету, потом посмотрим, как он работает. Transfer Gun. Эта штука, я сначала не понял, что за фигня, но если по-простому говоря, допустим, вот у тебя в инвентаре есть что-нибудь? У тебя есть что-нибудь? Да, есть так-то. Чпоньк? 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 Чё-то, короче, вот, по тебе попасть легче. И, блин, я забываю, что по нему попасть тяжелее. Блин, я все забываю, как он работает. Сейчас стопудов нахапал, нет. Давайте почитаем. Приз G, то есть self. Слушай, я без G вообще-то все собирал. Ага. Ну, типа G это настройка. То есть как, так же, как и правая кнопка мыши. Отлично. Left, right. Yourself, hold shift, transfer to another. Alt, transfer yourself. Так. Угу. Нажал на Alt, и что-то якобы произошло. Понятно. То есть, по-простому говоря, стреляю в динозавра, нажимаю на Alt. Transfer completed. Ага, в тебе ничего не было. Опять нажимаю. Трансфер. Нажимаю. Ладно, не буду. То есть это быстрый способ переместить все предметы из динозавра. Ну, так сказать, такое, такая себе штука есть, по-простому говоря. Потому что легче зайти в инвентарь и переместить все. Сделать. Ладно, пускай у него лежит бронька. По факту она нафиг не нужна, эта пушка. Ну, ладно, пусть чай будет. К ним вернемся. Repair Gun, это берем ресурсы и давай стрелять, все, чини, 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 чините, ничего более. Забыли о ней. Собственно, модель. И
короче, дебильное слово. Вот именно благодаря этим двум пистолетам я и настраивал свою вот эту базу. То есть берем, стреляем, настраиваем, выбираем, сохраняем, стреляем, стреляем. Ничего более. Сохранение на правую кнопку мыши и очищение на правую кнопку мыши. Потом сохраняем, стреляем, стреляем, стреляем. Все, ничего серьезного нету. Это что касается вот этих вот стенок и ободков. Дальше. А, у меня. Что касается прозрачности. Сохраняем, стреляем, стреляем, стреляем. Очищаем, сохраняем, стреляем, стреляем, стреляем. И, соответственно, здесь тоже она все очистит. Пойдемте глянем. А, не, подожди-ка, оно должно быть одинаково. А, да, вот очистила. Соответственно, очищаем, сохраняем, стреляем, все хорошо. То есть, здесь орудуем правой кнопкой мышки. Право-левой кнопкой мышки, то есть, без лишних заморочек. В общем, если что не поняли, пересмотрите, спросите в комментариях на Граняк, и либо я отвечу, либо люди вам ответят. Обязательно. Это по поводу пистолетов. Мне нравятся пистолеты. Я их обожаю. Просто реально. Отдельный мод на эти пистолеты, и все, больше ничего не нужно. АТС плюс. Ну, не считая вот этих фундаментов, так сказать. Так, сколько ты годов? Ты 6 годиков себе накинул. Матрикс Кор мне нужна. Матрикс Кор. Матрикс Кор, она создается дерьмово. Она создается дерьмово. А, господи, подожди, ну что ты ж не здесь создаешься, вот я. А, лупень. Ты у нас создаешься из соулов, если я не ошибаюсь, да? А я не ошибаюсь. Виверн Соул, Бигфут Соул, Гигант Соул, Мамонт и Райна Соул. Отлично. То есть мне придется их всех валить в большом количестве. Пока что на данный момент у меня есть только Бигфут Соул. И это уже фигово. Да, сюда скинем, чтобы она хоть как-то отображалась у меня. Типа я не такой днищий, у меня хоть что-то есть. Да, с Матрикс Корами это, конечно, проблема. Как вариант, она еще с кого-то дропается. Как вариант. Она должна с кого-то дропаться, без вариантов, я бы так сказал даже. Кстати, ну-ка, о, управлять, я могу прямо на тебя сесть и без лишних заморочек управлять. Почти как братья. Так, надо яркость убирать, точнее гамму вырубать. Ну, давайте посмотрим, что это меня спамят. А, подарок от ID Pro. Давай посмотрим, какая у тебя раскачка. Раскачка. Ну, практически нормальная у тебя раскачка. Ну, в том плане, что практически не качали. Какая она отвратительная. Ладно, пускай будет. Так, чтобы мне просто сейчас томить лень, если честно. Вот, поэтому, как бы, пускай будет. А посмотрим, может, разыграю. Даже мне не то, что томить лень, у меня сейчас пока что времени нету. Серия тоже 18. Вот ненавижу себе за это. Я опять проговорил дофига, а толку нифига. Я опять нифига не снял и ничего не рассказал. И я... Уже время подходит, так сказать, на исход. Так, что у нас здесь? Давайте тогда кого-нибудь... кого мы завалим? У меня... А, нет, можем кого-нибудь завалить. Immortal Bigfoot. Говорили, самый дрищ, это вроде бы Гига. А, кстати. Сорян. Вот, сорян, я, как говорится, дезинформацию кинул о том, что вот это вот говно выбивается из имморталов. Не из них. Она убивается из эндбоссов. Вот, сразу же говорю, извиняюсь, я сначала сказал,
так сказать, выдвинул свое предположение, а потом читаю комментарии и там пишут, выбивается из эндбосса. Я такой, твою мать, ну как так-то, я лошара. Вот, и поэтому сразу же извиняюсь за такую дезинформацию жесткую. Забыли о ней. Вот, и все пучком. Так, давайте тогда уж раз время на исходе, а соулы нам так и так надо будет выбивать, и выбивать мы будем их в следующей серии, так как я думаю, Матрикс скоро мне нужно будет в большом количестве, а, поубиваем имморталов, 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 имморталов. А, у меня есть Бигфут, вот, Гигу давайте, Гигу он слабенький раз, все нормально. А, слиток металла, универсальный артефакт. Еб твою ж налево. Так, ладненько. Точно. Погнали, чувак. Ты мне сейчас поможешь в этом плане. Ай, блин, телепорт не сработал. Так. Короче, я сейчас все подготовлю. Соберусь, так сказать, с духом не только. Еще и с артефактами. И. Ну хорош срать-то на телепорт. А что тебе вот что за создание? Вот, и уже тогда продолжим. Прикиньте, у меня мантикора исчезла. Да, вот так просто, тупо простому у меня исчезла мантикора, не ансиент, а обычная мантикора. Суть в чем, как говорится, ничего мне я не придумал, кроме как вызывать босса в куполе. Подводном куполе. Поставил туда телепорт, приплыл туда на мантикоре, поставил там телепорт. И все хорошо, но мантикора вовнутрь не хотела заплывать по каким-то причинам. И думаю, ну ладно, окей, я зашел пешком и все нормально. Потом выплыл на берег, поставил мантикору, поставил телепорт и тпхнулся, получается, к куполу. Мантикоры со мной не было. Мантикоры со мной не было, и она просто-напросто... Фух! И нету ее. То есть я уже сюда перетопыхивался, я посмотрел, здесь мантикоры нигде нету. И, собственно, потопыхался по другим телепортам, куда я телепортировался, но мантикоры все равно также и нету. Не знаю, в чем прикол. Но мантикора исчезла. Да уж. О, погоди, а там кто у нас? Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. То есть она тпхнулась, но тпхнулась у меня получается над шаром, так как она в шар не может затпхаться, и осталась под водой. Поэтому я, черт побери, найти не мог. О, да. Я уж думал, все, кранты. Честно, жалко. Жалко. Она уже просто как, не знаю, как член семьи. Вот, она тпхнулась, получается, ее телепорт зацепил, она тпхнулась за мной, и все. Сейчас осталось только найти, где мой телепорт еще один, и все будет хорошо. Фух, все отлично, мантикора на месте. Что еще? Артефакт, я туда сгонял за артефактом. Смотрю, там человек на кетцале фармит, ну я думаю, ну ладно, что я буду мешать, у меня на крыше их много. Вот, поэтому решил не трогать человека, так сказать, не отжимать у него артефакты перед носом, так сказать, и на том хорошо. Возьму я, в общем, свой артефакт и все. Так, ты у нас тпхайся на улицу. А вот с тобой мы сейчас проверим, тпхнешься ты в купол или нет. Потому что реально мантикора не хотела. Мантикора, та мантикора, она умеет плавать. Это нет. То есть она меня сразу сбрасывает с седла. Посмотрим, залезет ли эта мантикора туда или же нет. В купол. Говна кусок. А почему они в купол не телепортируются? Хм.
Пишите свои догадки в комментарии. И не только догадки, а мысли свои в комментарии пишите. Почему они не тпхаются? Твою мать, на тубас... Ладно, поищем. Ну да, собственно, как я и думал. Вот, пожалуйста, на том же самом месте, где я встретил. То есть под местом телепорта, но только над водой. Интересно даже, интересно. Хорошо, это касается мантикора. Мне уже, знаете, дух авантюризма во мне играет и любопытство. А, допустим, Рексуню смогу я туда запихнуть? Погнали. Кстати, да, вот сейчас я вам покажу то, что плавать-то я на ней не могу. Чпонька сразу же вылез. Ну, в смысле, сбросила меня с седла. Погнали. Да уж, дебильное чутка было путешествие в этом плане, и я, по ходу дела, понял, как эта система работает. А, суть в чем? Если сидеть на седле, то динозавр сюда телепортируется. Но телепортируется не просто так. Во-первых, он багается. Ой, фу, что так темно стало. Вот, он багается вверху. Так, погоди, не перди мне тут, нифига не видно. Так, не то? Да не то, господи. Он багается вон там наверху, и получается, я сейчас специально сел на Рекса и тпхнулся. Появились мы вон там вверху, где-то в текстурах и так далее. Хотя телепорт находится здесь. Суть в чем? Появились-то мы там, но у меня получилось только спрыгнуть вниз. Как говорится, догадки догадками, а вот практика показывает самый лучший вариант. Сейчас я вам попробую наглядно показать, так сказать, без лишнего вреда моему Рексику. Моей Рексику. Так-с, купол. Для чего я хочу пробовать взывать именно здесь? Ну а вдруг проканает? Да и в целом из этого купола никто свалить не сможет. Ну, вокруг вода же. Я, по крайней мере, надеюсь. В целом я веду расчет на этот купол в том плане, что виверну вызывать. Ну, я очень рассчитываю на то, что она не сможет летать. Черт побери. Ладно. Давайте подкова. Так уж и быть. То есть вот, видите, тпхаюсь, все прям как надо, все пучком, все хорошо. Теперь тпхаюсь на купол, сажусь и опаньки, а я в воде. Берем, заплываем сюда и хоп, нет проблем. Я на месте. То есть вы поняли, да, систему? То есть я за куполом, я спавнюсь за куполом. Поэтому чем ближе телепорт к краю, тем, понятное дело, лучше для вашего динозавра. И он не будет багаться. Соответственно, мантикору я точно так же могу тпхать и так далее. То есть я их до этого терял чисто тупо из-за того, что они были у меня. То есть я не сидел на них. Все легко и просто оказалось. Как говорится, все оказалось намного легче, чем нам казалось. Так. Спрыгиваем. Ставим здесь вызывалочку. Что нам нужно? Давайте Immortal Giga. Дай нам Blood, дай нам Heart. Слиток металла и универсальный артефакт. Ну, придется побегать немного. Ну, погнали. Взял все нужные ресурсы и вперед. Кстати, для тех, кто все-таки будет мне присылать динозавров и так далее. Повторяю, так сказать, поясняю немножечко про Рекса и Раптора. Не нужно присылать тех, кто уже раскачанный. Если вы, допустим, поймали большого левела, то есть практически топового 500 с плюсом левела, и это оказался мужик, что Раптор, что Рекс, Прайм Рекс, то
я с радостью приму. Если нет, то они так и останутся стоять за бортом. Соответственно, любой, кто может прийти ко мне на базу, может притомить. Я сразу предупреждаю. То есть, если вы хотите сделать подарок, то не нужно делать так, лишь бы только... Оу, да, я запалился на видео. Не нужно делать так. Так, погнали. Я специально взял ресурсы чисто под один... Чисто под один купол. Посмотрим, как он здесь будет вызываться. За куполом или в куполе. Сразу же, так сказать, баги купола все будем уже высматривать. Если будет внутри купола вызываться, то это будет супер. Это будет просто супер. Если снаружи, то это лажа. И косяк. Косяк. Оу-е! Что-то он даже на Гилгу-то как-то сильно не похож, на больше на это, на Дудоню какого-то похож, даже с шипами дополнительными. Я вообще Зерач был повержен. Ну да, Гига он такой себе, если честно, по дамагу. Гигант Сол и Генетик Сол. Кстати, да, мне Адзака писал, если то есть убивать боссов, то нужно рядом несколько... Твою мать, это что такое? Да ладно, вы прикиньте. Офигеть. С одного полсета сразу же. Офигеть. Блин, король Артур, ешкин кот. Офигеть. Ёпрасоте. Блин, я таким темпом, если я буду фармить по одной душе, то я это нубам на респе буду раздавать, по-моему, этерну броню. Eternal Armor Buff. Отлично. А что они там дают, Eternal Armor Buff? Ничего. Сопротивление физическому оглушению. А, вот. Джон, физическая защита, сопротивление физическому оглушению. Это практически не спасает от жары и холода. Офигеть. О чем я вообще говорил-то, а? Господи, о чем я говорил-то? Я уже забыл. Я, глядя вот на эту фигню, я забыл, о чем я говорил. Черт возьми. А, Адзака мне говорил о том, что типа будешь убивать, позови там типа людей, чтобы они тебе души скидывали. Ну, честно, такое себе. Не люблю я напрягать людей, порой мне легче. Да, ладно, у нас был бы трайп, тогда бы да, конечно. Ну а так как бы слишком напрягать порой неохота. Типа, эй, чуваки, короче, ну-ка весь сервер ко мне. Я убил там пару боссов, а теперь ну-ка быстро все души отдали. Ну, это как-то глупо звучит. Вот, я уж лучше как-нибудь сам повбиваю. В одного, так сказать, и на том будет хорошо. Но дроп мне очень сильно понравился. И купол меня очень сильно устраивает. Посмотрим, как будет купол работать в условиях... Виверны, так сказать, а как он будет Виверну сдерживать, не будет сдерживать. И уже посмотрим, что да как, да где будет дальше. А, кстати, погодите-ка, ну-ка. Я тут вспомнил, Мантикора не может залезть в купол. Нахал. Не может залезть в купол. О, прикольно, жемчуг нужно. Вот. Ансиент Мантикора залезет ли в купол? То есть мне надо как-то однако летун, чтобы убивать Виверну. Ну, желательно, я бы так сказал, летун. Летуном легче убивать. Давайте возьмем Ансиент. То есть вот это Доминус Мантикора точно не может залезть в купол. Я уже проверял. Поверьте мне на слово, не верите, залезьте и посмотрите. Но как вариант, когда вы смотрите это видео, я уже тупо все застроил всякой фигней.
Вот, чтобы там не понастроили всякого говна и не мешались мне. Я бы так сказал. Грубо, но правда. Эй-эй-эй-эй-эй! Иди сюда! Шли, Юль! Поплыли за мной, поплыли. Опаньки! Сюда лети! Сюда, говорю, лети! Эй, алло! Ну вот и косяк, короче. Мантикорка не проканает. И я вообще пофигу было. Че, я звал ее, не звал? Говорю, сюда иди. Она просто не может держать меня в седле под водой. И, соответственно, не может она... Да, она вот, она получается, как птирчик упирается в воду и все. То есть, и на этом, как говорится, все. Да уж, печаль, прискорбь, страдания. Но что поделать? Что, как говорится, поделать? Фух, ну ладно, в общем, о багах, о плюсах, так сказать, и минусах, о теоретических плюсах и практических минусах купола я вам рассказал. На карте The Center есть, если что, два купола. Если уж на то пошло. Если вам, как говорится, это нужно будет. Вот. Ну, а на этом уже точно все. Опять серия получилась по-дебильному длинная. Немножко начали эволюцию и подготовились к следующему выпуску по убийствам боссов. Ну, а на этом пока что все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Вдруг они не знали до этого видео чего-то того, теперь что знаете, теперь вы все. У меня уже устал язык заплетается. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.